хотел вам... Вы что, охуели, что ли? За вот это должен бабки платить. Анна сидит за стойкой бара, сложив ногу на ногу. Подруга! Аня завозит с улицы картонную фигуру кубинца в полный рост. Кубинец жестами рук приглашает в бар. Хороший ты мужик, Мигель. Статный, красивый. Слов на ветер не сослаешь. Жаль только картон. Мне это нравится. Вот этот Андрей придумал. Да, Андрей, это наш креативный директор. Хороший ты мужик, Мигель. Слов на ветер не бросаешь. Жаль картонный. Вся пятерка заходит в стрип-бар, шифта танцует, это лишнее. Стрип-бар, бар, бар, стрип-бар, бар, стрип, стрип-бар. Еще раз привет, это Женя, продюсер проекта. Вот, он помогает нам со всем пиздецом, который будет происходить. Спасибо за представление. Пожалуйста. Здравствуйте. Ты закроешь, он нас не украли. Мы с Максимом знакомы. Знакомы, да. Режиссер проснулся. Раз, два, такие отдаются. Одна такая собирается. Не-не, давай еще эти такая. Ладно. Последнюю. И потом склейка. Они опять в баре у себя считают. И такие джамкаты. Вот так. Там это джамкаты еще собираются. А ты видел, как типа огонь выключился? Это клип, которого нет. Ты видел? Нет, я не смотрел. Мы же везде типа написали, что я клип, который... Я думал, что... Это, сука, не вырезала. Это не ты, сука, в плане, я имею в виду, сука, как фигура речи. У нас такой филолог. Сказать внятно, это, мне кажется, реально полклипа может уйти. Не полклипа, но она, да, она такая пьем, смысловатая. Да. Она не все могут понять. Вон, Дима даже прочитал текст. До сих пор не может понять. Подпись под фото чемпионки мира по синхронному морганию и хэштег «Девчонки такие девчонки». Фото «Девчонки такие девчонки». Там девочки. Фото набирает девочки. С магазином договариваться, то есть как бы, ну, я не припоминаю, чтобы у нас сейчас какие-то частные магазины. Прямо, прямо большой Житомирская, около этого есть небольшой маркет. Я просто к тому веду, что сама сцена прикольная, ну вообще типа юмор. Вот по бретельке, мне кажется, не обязательно. Я думаю, что можно без вот этих бретелек. Просто понимаешь, дай я скажу. Больше понимаешь, что прикол? Если ты натягиваешь бретельки, сиськи не увеличиваются. Все у всех девчонок не свисающие сиськи. Да, девчонки, у вас у всех классные сиськи. У нас задача еще, ребят, мне так кажется, не опошлить клип. Сегодня ночью в тебя нуждаюсь, я очень и очень. Лоуз у нас получается там. Я боюсь так, что мы, знаешь, начнем снимать, а там начнется пробка, будут стоять машины. Надо ли нам это катать? Первая история с мексиканцем. Красивый фон, чтобы это все показать. Да, бла-бла-бла. Вот тут мы подогрели, она начинает петь. Все, типа ZTM как бы. Да. И петь она с этого, с Лоуза. Значит, мы да. Оттуда снимаем, она подошла, как бы посмотрела на улицу, якобы нажала, чпок, и разворачивает к нам, и мы подхватили. И мы вот красивый какой-то синхрон, хочется ее. Портрет красивый. И пошла разговаривать, и потянулся. Первая точка здесь. Давай тут фотку. Фотка с кактусом. Этот стол стоит с этими бокалами, ну то что закончили, да, там кто-то. И походит тут, раз, два. И этот провод там сходит, вот тут разговаривает, знаешь, ну как, опа, здорово. Да. Не кладешь трубку! По размерам, мне кажется, как вот эти мужики даже могут. Нет, просто... Кто русалка, блин? Не убираем эту сцену? Дорофей, хотел сказать. История ислама? Вот. И сюда просто привезти бутафорный... Вентилятор мы обсудили, бомбу. Бомба? А что там было такое сложное еще раз? Палец. Бомба? А, и вот эта херня. Тут какая-то зеленая херюшка. Вот здесь что-то. Нет, там мы не будем ничего снимать. Пойдем по плану все-таки. Вот наша сцена, давайте ее обсудим. В принципе, есть вон и барабаны там. Ну смотри, вот ту комнату мы вряд ли будем задействовать.
надо продумать с этим разгрузкой этих всех столов. Мы сегодня смотрим локацию на съемки Татьяны Котовой. Это реально очень такой оригинальный нишевый бар Буэна Виста. Он находится в Киеве. Здесь реально работают мексиканцы, латиносы. И очень он такой колоритный в этом плане и очень оригинальный. Мы будем здесь снимать, но здесь очень можно классно провести время. Так что я доволен. Чтобы ребята могли... Что мне нравится? Оптовый видео. Ну, с Кейсом Санкой, я думаю, надо лучше в большом небольшой ряд сделать. Тележка тоже. Ну, прикольно. О! Уже, может тогда снимать это вот так? А что по свету? Тут вообще ничего по свету получается. Ну, тогда надо очищать, брать фен, и вот тут вот темка с этой штукой. А вы не хотели бы вернуть еще третий телевизор? То есть у нас здесь мы ничего не можем двигать. Мне кажется, надо просто, что они типа лупятся на мечах. Потом вот эта история прямо здесь. Прям очень крутой магазин. Это похоже, да? Похоже, когда депутаты на себя ролики снимают. Не, я за интервью. Жень, скажите, пожалуйста. Вопрос задать. А лучше. Через передний план, да? Да. Тут, кстати, тоже можно по. Это же, блядь, все пройдено, эти съемки, все, блядь, точечки тут под пеночкой подработали, сняли. Все одно и то же. Форма меняется, суть не меняется. Поколение меняется. Ну что, ну? Продюсер опять что-то хочет. Вы чё, прав? Где локейшн? Где локейшн, блядь? Вот это должен бабки платить. Просто летом. Это не вставляет. Если сейчас будут просить подключение, выключение вот этого всего, По свету сколько нужно разворотов, например, на первую сцену, минус в первом этаже? Часа полтора пускай будет, но по свету там не до хера. Опа! Залетаю! Да, Саша, у нас разворот нужно сделать не в 2.30, хотя бы 2 часа, и желательно, ну, может где-то получится скорее. 2 часа, типа, говорят. Да, 2 часа. Мы, чтобы в 2 часа мы замоторились, и до ночи остается 2.5 часа. То есть мы, в принципе, все там отбиваем, сразу идем и можем снимать наверху, там, синхрон. Светочки, вот там действия, и вот так, да, по переднему плану мы... Именно прострел. Видим телефоны, как бы, что снимаем на оранжевый фон, делаем разные смешные полировки, образы. Тут, соответственно, тоже это делаем фишку с рукой. Бухлом, который каска? Нет. Там, ну, от крупного отъезжа мы... Только там не каска, а там такая как бы херня. Вот такая вот. Просто вот как придумать себе название? Это раз. Там, кстати, можно будет, Макс, такую нарезку сделает, таких именно, знаешь, отдельное видео, типа, фразы. Причем сегодня. Сам я тебя жду. И бомба есть. Мы от сцены отказались, старая самая. Подключаемся, пиздец. Какой-то. Нет, честно говоря, с одной стороны, хорошо. Это сильно. Друзья, а теперь такой ход конем. Синхрон. Мы можем ебануть нахуй это окно? Ой, зачем нам это окно? Да не, ну ты расскажешь, что какой-то будет. Давай сделаем какой-то такой синхрон. Будем как нурезаться, там мы спокойно сможем начать реально синхрона и забыть прям. А девочки пока будут готовиться. Да. Главное, чтобы не выглядело, что мы как-то с презрением относимся. Подрисовываем. Как тональность. Это вырежешь, это никому не нужно. Мы идем вниз и снимаем группу, пальцы, селфи, бокалы, бутылки. Все по порядку, порядку по порядку. Трубка сколько? Час где-то, да, я писал? Ну просто мы сейчас будем жертвовать кадром, да. Все, кадром нельзя жертвовать. Мы не можем начать позже. Не успеем, да? Хотя бы на час. Ну то есть тогда мы в 7 утра сворачиваемся. Если мы на час смещаемся, мы помещаемся по таймингу в магазине, допустим, до 6. Было впритык вообще. Я бы начал делать наверху
синхрон, телефон, Мигель. Это все у нас латина. Мы идем вниз. В этом же образе мы делаем пальцы, машина, селфи, да? Селфи, да. Хотя, если уже темно, то мы можем продолжать. А, тогда подожди, тогда это все неправильно. Потом теперь снимаем с рук бутылки, всякая эта хуйня. Понял? Вот что-то было горячо, просто кошмар. Да нехуй делать. Чтобы люди включали, когда другой трек, они думали, что это снято, блин, где-то не знаю. 45 минут у нас на съемку. Мы должны все это выставить до 45 минут. Ну как раз. Да. Тут у нас, значит, стоит ваза. Оно должно вот, этот провод раз зацепился. Захлёстик бы типа. Делаем фишку с рукой, они перекрывают камеру, рукой закрывают, они с подругами уже в баре. Выставились, пофоткались, а потом она подходит, да, такая ляпс, оттуда, прямо с этой типа топа и дрожжи. А это на каком сайте? Слушайте, ну я скажу одну штуку. Когда ребята работают... А на каком сайте? 23.05, старт на минус первом этаже. По тележке у нас, значит, первый сет. Привидения катают их на тележке. В 13.00 и в 8.30 заканчиваем. 19.30. Получается, если так вот округлять еще 30 минут вот этих, что 8.30, то это 20 час пошел. Вы что, без паперсов, что ли? Типа, что-то я не понял, что это у вас? Привет, сегодня у нас EPM последний, а и окончательный перед съемкой. Вот, завтра заходим в 18-часовой съемочный день. Здесь у нас вся команда основная, продюсер, режиссер, художник-постановщик, оператор и обид. Я, честно говоря, подустал. Это ты подытожил, конечно. Сегодня мы утверждаем образы окончательно. Ткань изначально закупили, всю фурнитуру закупили. Сегодня вот будем, скажем так, первая примерка. Между вот этой и этой. И делаю имитацию, посмотреть пышность. Да, Танечка, да? Сейчас я покажу вам референс той юбки, которую мы хотим повторить, потому что она идеально подходит и нашей героине главной, и, в принципе, по стилистике клипа, латина, все, что нужно, цвета, цветы, вот. Вот референс. У нее силуэт делаем. Мы не хотели же ее подчеркивать. Все одним слоем. Все одним слоем. Если, допустим, Таня захочет, чтобы оно было вровень, мы сможем это сделать? Очень красиво. Она не дает нам легкости, которая должна быть в движении. Вот для другого какого-то клипа подойдет. Окей. Ты прикинь, включил для Димы трек, а он играет почему-то отсюда. Тусуемся, вспомни сиськи, все дела. Он мне сиськи не подсматривает. Как бы широкая, но я его подходит взять. Очень прикольно. Вот горох мне так редко нравится. Но там, а ты видела, что там тоже такой интересный принт черно-белый под той джинсовой курточкой на том образе, который ты мне сбросила? Вот именно, да, прикольно. Да. Яркий образ, который танцевальный. Мы его же в магазине не используем. Мы только для синхрона. Синхрон и финальная сцена, где мы играем. Там вот это все бэнд, мы там куски движника и синхрон. Мне кажется, розовая с зеленым. Первое впечатление, когда дверь открылась, такой свеженький образ. Смотри, прическу такую можешь даже. Но у нас же есть с чем еще сравнить этот образ. Влезешь? Куда? Тут надо две груди. Раз и два. Крытая повязка на голову. А где мой телефон? Я его открыл. Что открыл? Вот сюда можно еще золотые вот эти цепи. Жена, прикольная рубашка. Сочетается она, я не понимаю. Мне, честно говоря, вот что-то с юбкой, оно немножко диссонирует. Где по цветам? Ну, по цветам оно, да.
Майка прикольная. Сочетание текстуры. Мне очень нравится, просто я обожаю красные. Такие бодики, ну, есть просто половина красного, половина розового. С поясом как-то, ну, да. Вообще очень красиво. Потанцевать. Потом Тарас скажет, я вырежу твое бедро. Здесь, посмотрите, что надо сделать, чтобы нам открыть вот так вот красивую ногу. Блин, мне что-то так, это юбка, напоминает, я не могу понять, что. А, группа вот эти, которые на баскетболе поддержка. Да. О-хо-хо-хо-хо! Ой, надо фотосессию. Маша, где шляпу такую оторвала? В Харькове. И на центр только расходится. Да, только вот на животе нужно будет вот чуть-чуть вот так вот застрочить. А, застрочить, прибить, ага. Не при вот так вот прибитая, но сейчас как прибитая. Нафиг фартук. А без девчика мы можем быть? Чтобы талия еще была. Развязать. Это вот на начало. Да. Классная штука. И вот в магазин. Вот как-то широко. А это у нас блуза. Это блуза. А сейчас мы сейчас попробуем еще завязать. Ну мы синхронный в том снимем. Да. Ну реально оно как-то так смотрится. Как будто вы так и задумывались. Смотри, как ему идет. А Би, тебе реально так ходить надо? Ну, второй. Примерка прошла. Мы подобрали три образа. Вот наша прекрасная команда художников по костюмам можно показать. Вот Настюша, Дима. Это мы делали, печатали, но это не утвердили. Ну, так бывает. Потратили кучу денег на это, но как бы оно пошло в топ. Так бывает. В целом я доволен. Образы мне... Вот каждый образ по-своему классный, на самом деле. Я не могу сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Просто нужно утверждать ткани, я считаю. Я не знаю, просто хорошо. Все. Жень, привет. Абсолютно. Он как будто в этом. Я буду стрелять, Максим. Камера, камера, улыбаемся. Начали! Девочка наша. Да ну ладно. Господи, ну все. Лайк-лайк! Выходим на площадку, минут 10 у нас. Ребят, у нас готовность, 3 минуты. Вот отсюда уходим. И начинаем снимать. По свету хорошо все. Камера. Мне так нужен твой совет. Маня ночью в тебе нуждаюсь. Салфетки мы туда глубже засунем. Стоп! Прям класс! Поправим волосы чуть-чуть быстро! Я уже не могу, я устал. Друзья фотографы, спасибо большое! До свидания! До свидания! Когда мы уходим, у нас акцент на него. Больше вот это. Камера. Средний план такой, фикс, проводим. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, проводим. Значит, у нас первая точка. Раз. Начали. Хорошо, идешь, 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 идешь. Идем сюда. Бла-бла-бла-бла. Тут уже в спину ты пошел, да? Значит, этот дергаем туда, стол чуть-чуть. Да. И кладешь трубку. Сейчас мы будем снимать приход подруг. Спасибо, здесь снято! Хорошо, хорошо,
Ладно, идите вы, молодой человек, в библиотеку. Клип на мою песню называется «Подруга», и в этом клипе я решила объединить всех своих подруг, с которыми я всегда испытывала различные эмоции, и сегодня эти эмоции, наверное, даже зашкаливают. Нам одновременно весело, грустно, зажигательно, смешно, и хочется сохранить это настроение, чтобы каждая по-своему запомнила это, наверное, через так лет, так 20-30, посмотрели клип наши дети, может быть, даже внуки, и так прям тоже за нас порадовались, что можно так отрываться, радоваться жизни и просто любить другого. Бару мы сцену снимаем. А что снимать-то будем? Синхрон. Оля, быстрее синхрон снимаем! Подождите же вы, женщину, забыли. Готовы к синхрону? А что делать? Сейчас я включу песню, будем подпевать. И сегодня... А что делать? Есть еще одно мероприятие, помимо клипа. Я сейчас передам микрофон вам всем. Вот, и вы поздравите свою коллегу. Наташку, подругу. Подъезжают на тележке, эй, Санта, бла-бла-бла, типа уезжаем, скач, чикс, разбегаешься, тут перепрыгиваешь, ну или вот так пробегаешь, вы убираете скейт, она прыгает вам в телегу, и вы всей толпой убегаете вот туда вот. Давай быстрее! Оборачивайте, сзади охранник какой-то. И выезжаем! Поехали! Есть! Стоп! Спасибо! Снято! Всем, кто был с нами сегодня, спасибо Тане, спасибо всем департаментам огромное. Сегодня мы все сделали. До завтра.